привет! Сегодня мы едем в Анталию, точнее едем в Кемер с Иртанчиком, на встречу с моей одноклассницей, с моей подружкой, с которой мы дружим с 7 лет уже, очень-очень долгое время. Она приехала отдыхать в какой-то поселок под Кемером, и встречаемся мы в Кемере. Своим ходом в Кемер мы едем первый раз. Мы забыли позавтракать, ну как мы не забыли, мы не успели позавтракать, потому что не поставила будильник я. Ты успел? А, да, ты у меня успел перекусить. Это мама голодная. Не поставила будильника. Хорошо, что проснулась за час до отправления. Мечеть меня разбудила. Очень кстати. А то мы бы проспали. И сейчас мы идем кормить маму, то есть меня. Да, Иртанчик? Сам будешь кушать? Ну да. И Иртанчик тоже, да. Что-нибудь вкусненькое, если будет. Здесь есть кафешки, и мы какие-нибудь здесь вкусняшки найдем себе. Ну, не найдем, что будет, то и съедим. Мы нашли Пастанеси, где как раз все для завтрака. Здесь можно позавтракать, если вы проезжаете мимо автовокзала. И сейчас посмотрите, что мы взяли. Мы взяли суберек и зайтинлы поучу. Поучу – это такую соленую булочку, зайтинлы – это оливки. Да, Иртанчик? Да. И сейчас будем кушать. За все я заплатила. Еще у нас 2 чая и водичка. За все я заплатила 13,5 лир. У нас есть 15 минут, чтобы покушать. На Кемер останавливается сразу возле Зыб-Зыб парка на углу. Смотрите, здесь остановочка от Зыб-Зыб парка налево, но на саму остановку они не идут. Они останавливаются вот здесь на углу и забирают людей. Мы заплатили 18 лир за двоих, и здесь нет скидки на учеников, ученический такой же.
спросила быстренько в интернете. Да, действительно, за детей берут полную стоимость и ехать достаточно далеко. Мы просто все время в Кемер ездили только на машине. На автобусе первый раз. Я думала, что мы уже в Кемере, но мы еще куда-то выезжаем. Это был тоже какой-то поселок. Очень долго, конечно, не сравнить с нашими аланийскими расстояниями. Я считала, что у нас Асалар, Инджикум далеко. Нет, совсем недалеко. У нас теперь, на мое усмотрение, все очень близко. Ну, наконец-то надпись «Кемер». Я надеюсь, что уже скоро мы будем. Обычно мы ездили на машине, на автобусе первый раз, на машине как-то это быстренько, раз, два, мне кажется, вообще минут 20 от Анталии и все, а тут очень долго. Назад мы будем ехать отсюда. Сейчас будем искать Свету. Где она? Она сказала, что она где-то возле телефонного автомата. А где он? Ой, на ту сторону, наверное, скорее всего.